В Мегионе появится первый приют для временного содержания бездомных собак. Проект получил финансирование сразу из нескольких источников. Помимо муниципальных и благотворительных средств, объект строят при поддержке губернаторского гранта. Общая сумма составила около 10 миллионов рублей. На строительной площадке побывал Святослав Болконский. Место будущего приюта – промзона Мегиона неподалеку от берега Оби. Именно сюда службы отлова будут привозить бродячих собак. Пока что подобных объектов в городе нет. Отловленных животных доставляют в соседние муниципалитеты. Строители уже приступили к работам. Сейчас они закрывают забор, готовят фундамент под вольеры. Кстати, их здесь будет около 200, а одновременно держать смогут почти 300 животных. Собирать вольеры рабочие начнут в ближайшие 2 недели. Также им предстоит сделать площадку для выгула собак, установить медицинские помещения, провести коммуникации. Приют предназначен лишь для временного содержания животных. Собаки будут жить здесь только во время стерилизации, чипирования и послеоперационной реабилитации. Затем их выпустят на прежнее место обитания. После того, как мы объект построим, отдадим под эксплуатацию некоммерческой организации. Если какая-то из них выступит с инициативой, заявится на аукцион, выиграет, пожалуйста. То есть мы будем всяко помогать, и в том числе грантовой поддержкой им, на то, чтобы они проводили здесь все мероприятия, необходимые с животными, то есть медицинские услуги, временное содержание. Закончить работы на объекте должны до конца октября. После этого, при наличии финансирования, городские власти рассчитывают продолжить проект. Рядом с этой локацией они планируют построить полноценный приют. Уже в нем бездомных собак смогут держать длительное время. Святослав Болконский, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Мегион.